слушай. У меня какое-то плохое предчувствие. Что-то очень плохое может случиться. Лучше тебе экипироваться по максимуму. Ладно, я должен информировать тебя о новых поступлениях. Не знаю даже, что рекомендовать. Все, что мне сегодня прислали, весит просто до хрена. Но их эффективность оправдывает даже такой вес. Сам увидишь, ты уже в этом неплохо разбираешься. Но я не могу промолчать о двигателе High X Absolute. Этим шедевром в свое время пользовался я, потому что я любил стрелять и не любил, когда пушки перегреваются. Absolute же я выбрал потому, что сколько бы я ни палил из всех трех пушек, система ни разу не перегрелась. Рекомендую ставить, если найдешь достаточно свободной массы. Ну хорошо, и вновь приветствуем. Так, посмотрим, что у нас есть в этот раз. Деус маневренный. Ого, это я неправильно выбрал. Это стандартный, аж на 11 тысяч взлетной массы. Любопытно, любопытно. Сопрессор. Ущерб плюс 200%. 11 тысяч взлетной массы. Один боевой слот. Не выглядит так скромненько. Прям. А, это громоздкий. Блин, но 200 единиц. С другой стороны, 190, как я видел, хватает на большинство противников с головой. Ну просто вот 11 тысяч подъемных. Это мощно. Ну-ка, у нас сейчас на 4200. Мощный, мощный. Не перегрев. В смысле, я могу постоянно на форсаж идти? Так, что с генераторами? Сразу вспоминаем. Так. 5. Так, сколько весит, я уже забыл. 3400. Так, плюсик к щитам. Не, вот энергоемкость нам, скорее всего, нужна. Ё-моё, даже на броню хватает. Так, ладно, сначала посмотрим, что у нас здесь есть. Геноцид пушечка. Некролайс лазерная. Ионная. Поставим точно. Виндер скорее уже не влезет, да? Да, требует очень много. Слейер. 6000, 5 ракет. Нет, пожалуй, оставлю вот эти 60. Оставлю этот. Так, так, жаль. Казалось бы, такой вот простор. А использовать некуда. Ладно. Вот ревер. Вау. Поглощение 30%. Ах ты, не хватает 1000 единиц. Обидно, обидно. О. А, это тоже тяжелый. Так.
другой стороны, на броне никогда особо не налегал. Хотя, ну-ка. Эх. Вообще, 15. Не, все равно не влазит. Та же история. Блин, чуть-чуть нет. А ведь он тут энергогем, который может пригодиться. Надолго засмотреться. Эх. Нет, менять модули оружия не хочется. Это грузоподъем. Прям в растерянности. Что этого хватит. С такой-то регенерацией щитов и с таким-то уроном, думаю, хватить должно за глаза. Может, конечно, и взглянуть, что еще можно тут разобрать. Это, что это такое? А, это угрин. Не, его трогать я пока не буду. А вот это вот можно. С другой стороны. Оно нам не требуется. По крайней мере, насколько я планирую. Ну, на всякий случай, пусть все-таки немножко работу разберем. Да все, что надо, уже собрали. Это я про запас уже набираю. Ну что ж, на миссию. Сад — это подготовка перед наступлением на фронтир. Далее в систему прибывают колониальные корабли поселенцев, подвергающиеся атаке Дехетте. 2 минуты назад на связь вышел капитан старшего ранга материнского судна колонистов. Конвой, сопровождающий колонистов, уничтожен. Требуется скорейшее вмешательство. Вывод — противник находится в одном шаге от миров фронтира. Находится уже давно, судя по строению в центре системы. Возможно, атака, к которой готовятся основные силы противника, связана с данным строением. Хреново нас встречают родные просторы, палач. Мы еще не дома, Трикстер. Группа, мы в одном шаге от форпоста. Сейчас не время говорить об этом, но мы должны вернуться. Для того, чтобы это сделать, каждому из вас нужно понять одно. Возвращение болезненно. Всегда. Готовность, Омега. Первый, группа
врагов в непосредственной близости от противника. Омега, снимаем часть противника и продолжаем движение. Не останавливаться. ДХТ вышли на огневую позицию. Цель атакован первый. Веду Thank you.
квадрат. Перехват противника, ухожу с общей дистанции. Подхватил противника, открываем фронтальный огонь. Третий цель входит в свой квадрат. Цель атакован первый, веду цель. Выхожу на следующего, запрашиваю прикрытие. Захожу на маневр. Группа, держать квадрат. Цель вышла на огневую дистанцию. Группа, держим звено. Целевые приоритеты получены. Через 12 тысяч будем на месте. Взвод, на 10 тысяч от целей. Выходим на огневую дистанцию. Противник движется к квадрату Тау. Идем на перехват. Несем потери. Первый противник выходит на огневой рубеж. Омега, разлет по целям. Дистанция крыло напарника. Задача — зачистка группового квадрата. Работаем. Пойти без ракет вам, а? Вот честно, уже надоели. Группа, держим звено. А, это что такое? Да блин. Может, так все задание совершенно мешает. Я и так в задании тусуюсь. Это что? Нет, не умею. Особо хорошо и не расположишь. Но в любом случае придется либо отвлекаться от управления мышкой, либо от управления клавиатурой. То есть, по сути, бросать управление, бросать ловушку, а пока ты ее сбросил, вот, получаешь, что-то ранишь противника и все равно остаешься без счета. Ну надо ж мне столько ранить.
квадрат. Все равно. Даже при короткой дюйте очень быстро перегревает систему. Открываю фронтальный огонь. Цель вышла на огневую дистанцию. Захожу на маневр. Цель атакован первый. Веду цель. Группа держим звено. Запрашиваю прикрытие. Третий цель входит в твой квадрат. Переклад противника, ухожу с общей дистанции. Цель атакован первый, веду цель. Напарники, пожалуйста, не лезьте вы под пули. Под залп. Герио, долг за Антеру погашен. Ты всегда был неплохим щитоводом, Майерс. Центр, конвой с прикрытием подходит к материнскому кораблю. Идем двумя группами. Приказ выполнен. Вызываем корабль. Всем свободным от заданий группам. Немедленно... Центр, группа покидает колонизационный корабль. Сканирование обозначенного объекта проводилось. При попытке сделать ряд структурных слепков были уничтожены все дальние модели фиксации. Ряд персонала получил травмы. Первый, три цели противника на 12 тысяч от группы. Идут на максимальной скорости. Омега, выход на перехват. Центр, группа выходит на противника. Приняла, Омега. Взвод Тау подтвердит готовность к вылету. Взвод заходит на огневую позицию. Дистанция до объектов 13 тысяч. Первый противник старается оттянуть нас от крейсера. Держаться квадрата Талестры, не затягивать бой. Перехват противника, ухожу с общей дистанции. Так, я что, у них там модули уничтожены, а не модели? Ну да ладно. Сложности перевода, как они есть. Выхожу на следующего, запрашиваю прикрытие. Группа, держим звено. Вот. Как-то разошелся. Центр противник уничтожен. Действие группы. Крейсером противника присоединился ряд легких истребителей. Взвод Тау под огнем. Требуется вмешательство огневой группы. Принял, центр. Омега. Задача. Прибыть в квадрат взвода Тау. Предполагаемые цели – легкий эскорт противника. Тау. Эрик, поторапливайтесь. Дрянь так и норовит перелиться через край. Первые две связки. Оттягиваем на себя. Объект под огнем. Скорость нагрева стволов минимальная. Взвод, держим цель. Здоровяк, с вами как с маленькими, носимся. Группа, смена целей. Приоритет крейсеры противника. Вырастим, раздавим, букашка. Взвод, огонь на правый борт. Ребят, зой ваших шуток. Еще под Антерой. Создается впечатление, что ДХТ сознательно стараются держать нас на расстоянии от своего дерьма. Отвлекают из-за мелочей, Дрифтер. Сколько лет ты воюешь? До Талестра. Ответьте борт флагману Айтрес. Повторяю, борт Талестра. Возможно, центр. Приблизительное количество противников вблизи условного. Айрес, поверхностные данные говорят о 8 единицах тяжелой техники. Не успеваю развернуть борт Талестра. Столкновение через 5 секунд. Высылайте штурмовые группы. Двигательному отделению приготовить. Объект... Группа Омега. На вылет. Детали задачи уточняются. Взвод. Держим цель. Передаю координаты групповых целей. 4 основных генератора на 2 платформах. Группа противника на 12 тысяч от флагмана. Цель получена. Группа, наша задача. Уничтожение генераторов стазис поля. Ряд истребителей Дехета — второстепенная задача. Все внимание на платформы.
Скорость нагрева стволов минимальная. Захожу на маневр. Веду цель, требуется огневой перехват. Рядом энергетических потоков, которые оно получает за счет окружающей системы. Если это попадет во фронтир при наступлении основных сил противника... Нам понадобится сопровождение, координатор Линсли, и прикрытие в случае отступления. Нам понадобится группа прикрытия Талестра. Группа сопровождения готовится к вылету Айрис. Омега, ваша задача обеспечить фрегату Айрис беспрепятственный доступ в квадрат ядра. В данный момент весь боеспособный состав Талестры назначен дублирующим составом вашей группы. Они просто не глупые люди, Центр. Столь долгое пребывание вместе 3000 человек, объединенных инстинктом выживания, подсказывает им, что в данной ситуации лучше находиться снаружи. Трикстер, заткнись. Вас понял, Центр. Группа выходит на Айрис. Долгой жизни.
долгой жизни, Омега. Айтрис, говорит капитан группы Омега Эрик Гериус. Группа вступает в конвоирующую формацию, подтвердите. Говорит координатор крейсера Энлайтер. Подтверждаю прибытие, капитан. Приступайте к выполнению задания. Так точно. Айтрис, крейсеры противника в квадрате от конвоя. Штурмвзвод Тау поднят по команде. Идет вашими координациями. В пределах 13 тысяч от конвоя активных целей не обнаружено. Вас понял, товарищ. Группа Омега вылет на поддержку штурмового взвода Тау. Вас понял. Группа, задача перехват эскорта крейсеров Дехета и прикрытие взвода Тау. Работаем. Первый, цели на 12 тысяч от группы. Разлет по ведущим противникам. Крейсер противника уничтожен. Расчет по группам. Потерь нет. Объект меняет позицию. Потерь нет. Крейсер колонизации. Доложить обстановку в квадрате. В пределах двух квадратов противника не обнаружено. Обстановка на палубах нормальная. В кого-то не стреляет так. Алестра, первая точка погашена. Перехожу на новую огневую позицию. Пенела. Противник на 12 тысяч. Две группы. Не дать подойти к Тау. Работаем, работаем, группа. Перехват противника. Ухожу с общей дистанции. Захожу на маневр. Цель вышла на огневую дистанцию. Ладно, по древней традиции висим и ждем. Даже не знаю, что я бы хотел в большей части, точнее в большей степени, чтобы они как-то заскриптовали в случае исчезновения всех противников мгновенное уничтожение цели, или чтобы противники спамились, пока вот цель не уничтожена. Оба варианта весьма такие неоднозначные, сомнительные. Ну, тут можно отвлечься. Что будто они за мной прям. Да что ж вы так столько ракет меня пускаете, а? Гады нехорошие. Так, такое ощущение, что я прям вот среди них только лежу. Вторая цель уничтожена. На 12 тысяч от крейсера группа противника. Идут средней скоростью. Количество противников в квадрате увеличивается. Группа Сигма не справляется с поставленной задачей. Гелиот, группа должна совершить быстрый прорыв в квадрат флагмана. Принял. Омега, смена приоритета группы. Задача огневое прикрытие группы Сигмы. Дау, группа выходит из квадрата. Принял, Гелиот. Ребят, я бы выполнил команду, но вообще не могу понять, что происходит. Конечно, что я один здесь кручусь. С другой стороны, в меня не так часто попадают. Поэтому я бы заподозрил, что все-таки напарник идет неподалеку. Не, не летит. Ух ты ж, дотянуло. Кажется, их количество чуть поубавилось. Да. Тут повисание, конечно, самое то.
Ты уцелел, да? В этот раз кто-то меня сфокусировал. Кажется, я накаркал. Воу-воу-воу! Ребята! А ну не наседать на меня! Я, конечно, и не через такое проходил. Но не всегда с первой попытки. Ладно, чуть зайдем. Тут есть у меня подозрение, что я куда-то не туда лезу. Потому что я вот лидер вообще где-то гуляет. А в одиночку при всех как-то... Не, интересно, конечно. И куда живее, чем вот просто ждать, пока они расстреляют. Ну, с другой стороны... Как-то немножко не так просто, как хотелось бы. Так, стоп. Теперь я вообще пропал. Ну вот. Сам себе веселее решил. Третья точка погашена, Сталинстра. Разворачиваю борт по правому флангу. Удар на четвертую цель. Крейсер противников уничтожен, Айрис. Есть пространство для маневров. Центр. Группа потеряла треть состава. Требуется срочное вмешательство медбригады. Ангар 8202. Бригада Мираева на пути к вам. Ну, как-то не привык, что ракет не хватает. Обычно на всю миссию с запасом идут. Что ты будешь делать? Одно радует. Теперь их тараны не настолько опасны. Так как и сам корабль попрочнее, щиты получше. Вообще не урона какой-нибудь присутствует. Так, ладно. И опять же, в тем то, что вот как-то не чувствуется напряжение, что вот аж на грани. Да, вот когда я влез там прям в рой противников, да, это было вот более-менее похоже. Но вот сейчас, когда вот просто летаешь и ждешь, пока он там расстреляет свою цель, либо когда таймер нужно оттикает, совершенно теряется вот атмосфера, вот это вот напряжение. Даже не знаю, как это точнее описать. Вот как-то не дотянули. Разработчики. Или не досмотрели. Может, не скажу точно. Враги. А то я уже заскучал. Thank you.
Опять кто-то меня ракету запустил. Кстати, судя по ощущениям, у врагов гораздо меньше ракет, чем может быть. И чем должно быть. Хотя, по идее, это стандартные. Вариация противника. Назовем это так. В любом случае, пока торопиться некуда, будем просто расстреливать. Ликвидаторы здесь откуда взялись? Ух ты ж. О, все, не отчитов. Прекрасно, просто прекрасно. Я уже не ракет запустил. Четвертая цель уничтожена. Защитный барьер, окружающий ядро, снят. Центр, квадрат чист. Возвращаемся. Вас поняла, капитан. Всему персоналу крейсера. Талестер занимает оптимальную огневую позицию. Готовность правого борта. Огонь. Какая, ой. Какая готовность правого борта? Вы о чем? Витер, поясняй. От уйма врагов, которые меня уже немножко потрепали. А что делать с ними, не совсем понятно. В частности, они вот висят где-то на хвосте и запускают мне ракеты. А, Кталест вернулся. То, что периодически надо уничтожать всех врагов, чтобы получить следующее задание. Иногда не обращая внимания на то, что оно все-таки изменилось. Ракета на расстоянии. Может, мне подсказывает, что даже вот сейчас вернувшись, все равно придется уничтожать всех врагов. Цель уходит в твой квадрат. Да. Раз мы и в бою, значит, надо. Следующего. Запрашиваю прикрытие. Где? Цель атакован первый. Веду цель. Опять нет. Жить раздражает. Подхватил противника, открывая фронтальный огонь. Невозможно полностью сбросить скорость, это просто жуткая помеха. При том, что и союзники, и враги, в принципе, насколько я видел, могут сбраться в скорость до нуля. То, что вы все напролом летите. Я понял, что космическому крейсеру не обязательно подлетать в упор, чтобы стрельнуть.
Или не собрались брать на абордаж? Destroy the heart, but I have something for all of us. For those who wanted to return home so much. Our long mission has come to an end. And our duty, when everything returns, is to cancel the expedition. We will not make the same mistake again. Let the dead rest in peace. Base Commander. Omega, come in. Omega Group Captain Eric Herio here. Over. Omega, you, along with several groups of lower-ranking officers from the Synchrona flagship, are being transferred to the Telestra cruiser located in Block Hangar 82-02. William Scheffner is in command of that hangar. Your mission is to get to the Alpha system and protect distant outposts. Do you copy, Omega? Copy that, HQ. But what about our mission in the Antera system? I don't understand, Herio. What Antera system? Sorry, sir, but isn't the group part of the expedition team? The system you mentioned does not exist on any map. There is no expedition team either. The command center did not give any order regarding any mission in any so-called Antera system. See how many ways there are of saying no, Captain? Your mission is to patrol the border territories. Do you copy? Copy that. We're moving to the 28-02 hangar block of the Telestra Cruiser and then to the Alba Frontier system. The crew sacrificed their memories to the future. The past brought the long-awaited liberation, but the future was still obscured by darkness. Ну что сказать? После ролика игра вылетела, поэтому пришлось запустить вот, чтобы хоть что-то было на экране. И правда сразу заметил, что... Точнее, я уже проверил, что, оказывается, громоздкий корпус ни на что не влияет. Он просто громоздкий, и все тут. Маневренность не страдает. Скорость не страдает. Запас энергии не страдает. То есть, учитывая, что я пользовался только одной пушкой, одним типом ракет, я мог спокойно вот с этим корпусом все пройти. Говорится, ну, правда, из-за ограничений некоторых я понял, что поставить придется Тристан. Но при возможности... довести ущерб практически до 400%, этот Тристан в лед будет уносить любого противника. А уж про ракету, она скорее всего даже тяжелые, как их называют, торпедные катера противника будет сносить за раз. Но это я отвлекся. Ну, что сказать по игре. В чем-то она мне напоминает старую игрушку, уж не знаю, ровесницу ли вот этой, Саботаж Кулак Империи. За точность названия не ручаюсь. Та игрушка была, точнее вышла, сырой и недоделанной. Часть сюжетных линий уходила просто вот в никуда. Часть из них вроде как переплеталась, но очень топорно. И вот нечто подобное вот я увидел здесь. Нам толком не сказали ни кто такой герой, ни что конкретно происходит. Точнее, да, у нас в общих чертах есть ситуация, но что за сферу собирали противники? Если я правильно понял, это была какая-то сфера перемещения во времени. Но зачем они ее собирали? Чтобы вот наши герои воспользовались? А если для себя, то ну почему нам не сказали, для какой цели они могли ее собирать? То есть даже не обязательно конкретно, просто хоть теоретически.
И вот до финального ролика я даже не мог представить, что это сфера путешествия во времени. Как, почему, с чего бы вдруг, совершенно не ясно. Ну и, конечно, мелкие моменты, которые я еще с самого начала отмечал, что, как говорится, у них там экстренная ситуация, они там людей своих губят, как говорится. Или вот герой, он... Сначала нам говорят, что, точнее, с его слов же, он военный преступник. То есть был трибунал, его отправили сюда в качестве наказания. Ну, не сюда, там другой корабль, сейчас он на своем втором месте назначения. Но возникает вопрос, почему тогда его назвали другом стража? Если он был стражем, почему он об этом никак не упоминал? Да, я предположил, что, возможно, его накачали психотропными веществами, но это не ответ, это просто предположение. Нам вообще ничего не сказали про героя. То есть, герой был военным. Все. Это все, что нам о нем известно. Я понимаю, что героям, не, ну, может, в те времена было не принято давать особую биографию, чтобы игрокам лучше ассоциироваться, но мы фактически играем вот за никого. Потому что, да, ну, он, вероятно, солдат. Про его навыки полета никто ничего не говорил. То есть, нам сказали, что он солдат под трибуналом и, вероятно, бывший страж. И все эти ветви просто вот в никуда. То есть вообще ничего, ни слова нам не сказали про то, куда эти ветви должны вести. Страж, все, упомянули и забыли. Под трибуналом был, упомянули и забыли. Сфера вот из ниоткуда появилась, раз, и она оказалась Deus Ex Machine, путешествие в прошлое, спасение всей вселенной. Почему? То есть это мы даже не двигались к этой цели. Мы просто вот шли, 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 и пирожок нашли. Вот как это назвать по-хорошему, я не знаю. То есть, нет, я понимаю, что в жизни всякое случается, и можно идти там, споткнуться и что-то интересное найти. Но в плане атмосферы, сюжета и геймплея, ну, как-то это плохонько смотрится. Ну и про атмосферу я уже неоднократно говорил, что несчастные три истребителя врага и звуки боя в виде шума, это не то, что создает атмосферу вот тотального превосходства противника, и что вот все отчаяние и конец. Так что даже не знаю, хорошо ли я, что я эту игру когда-то не прошел. Я бы, наверное, возмущался еще больше. Ну или может наоборот, я бы тогда бы воспринял это попроще, потому что может тогда игр таких еще не было особо продуманных. Впрочем, очень сомневаюсь. Раньше игры тоже встречались очень даже продуманные. Но, как мы видим, и не особо продуманные игры тоже встречались. Уж не знаю, была ли эта игра популярна или нет, но как-то, не знаю, это ружье Бондарчука, как его назвал один блогер. То есть нас к чему-то вроде как подводили, а по итогу все случилось просто потому что. Ну, что ж, финал мы видели, сказали, что все не так-то просто, хотя на самом деле все получилось вот так вот раз и все готово. Печально. Возможно, потом у меня руки дойдут и до дополнения, но сейчас вот эта вот игрушка со своими вылетами, возможно, связанными с тем, что я что-то не так установил, но все равно это не этого факта, что она меня измотала своими вылетами, необходимостью постоянно перепроходить некоторые эпизоды и потом все это вот собирать, как получится. А учитывая, что у меня навыки монтажа практически на уровне нуля, если не сказать, что на нуле, это не самая удобная для меня задача. Ну, ладно, свое мнение высказал. Надеюсь, те, кто смотрел, если вообще это кто-то будет смотреть, и точнее, если кто-то вообще смотрел все это, когда бы то ни было, благодарим за просмотры, если таковые были. И пока что на этом все. До возможности.